Какую музыку слушать? Выбор каждого. Однако стоит обратить внимание на ее легальность. На незнании законов попался житель Химок, который разместил у себя на странице в соцсетях запрещенные судом музыкальные композиции, признанные экстремистскими. Включены были в список экстремистских материалов, доступ к которым открыт на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. И принимая во внимание тот факт, что доступ к странице открыт для неограниченного круга лиц, в отношении указанного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным статьей 20.29 КОАП. Дело было рассмотрено судом. Вина жителя доказана, ему назначено административное наказание в виде штрафа.